А может, он сейчас там? Да. А у нас и оружия-то с собой нет. Прощай, начальник. Мы практически не общаемся уже несколько месяцев. Не всегда дорого обходится моя прямота. В этот раз я заплатила за нее одиночеством. Лена ушла. А у сына уже давно своя семья. Ваша размолвка, она как-то связана с нашим другом? Самым непосредственным образом. Это мезальянс. Откуда ни взгляни. Упаси Господь неверно истолковать мои слова. Мой покойный муж, кстати, был татарином. Мы прожили душа в душу почти 40 лет. У нас было много общего, с точки зрения духовности, разумеется. А что общего у Лены с вашим другом? Решительно ничего, разве что... Нет, не могу. Об этом даже дети сегодня говорят совершенно свободно, а вот я так и не сподобилась. Значит, вы думаете, что их союз недолговечен? Я не думаю. Женщины, молодые люди, больше чувствуют, нежели думают. А матери особенно. К сожалению, моя дочь весьма взбалмошная особа. Бросила мужа, который ее на руках носил, работу преподавателя в вузе, связалась с челночниками. Теперь еще этот скоропалительный брак. Извините, чайник. Нас извините, что побеспокоили. Просто мы с Фазилем давно не виделись. Понимаю. Ну так повидайтесь. Телефона у них пока нет, а адрес сзади вас, на полочке, возле телефона, рядом с квитанцией. Да, брать все-таки противно. А врать женщине противно вдвойне. А красивой женщине противно втройне. Эльдар, давай больше никогда не будем брать. Хорошо? А как же мы будем исполнять свой служебный долг? В квартире тихо. Стой. Подожди. Докладывай. Лифтом я не пользовался. Пятый этаж, дверь справа. Вот, смотри. Под спутниковой антенной. Балкона там быть не должно. Я этот проект знаю. Стоянка называется. 7/137. Тебе бывать пора. Хайрула. Ты слишком много знаешь. Ночевать будем здесь. Можем дежурить по очереди.
Без всякой связи у нас даже рации нет. Ты с ним справишься в случае чего в одиночку, а? Уверен. А я нет. Во мне? В себя. Мы же договорились больше не врать. Да, правда. Не горит. При чем тут свет? Уже утро. А вот Томок не горит. Там живут сумасшедшие или сквертики. Ты куда? В туалет. Идешь? Что будем делать? Я думаю, неплохо было бы перекусить чего-нибудь. Ты у нас все знаешь. Что здесь написано, а? Инди дейни, чоре гиру яхы. А, яхшы, лазым дейн. Улар колбасары гюресен эдэн зэдэлэр, а? Мараклы дэ, билирсэн. Пардан бир гёжым панзэрдэр олдын. Яхшы. Улар, бу строка дэ ни үчүн гюресен эшкэрсэ ёхтэ? Вот тебе хваленый капитализм. Такой же бардак, как и раньше. Сегодня воскресенье. Ну и что? Мы же с тобой работаем. Угу. Послушай, Эля. А у тебя есть свой тип женщины? Только честно. Конечно. Та, которая умеет хорошо готовить. И мало разговаривает.
Ne görürsen? Halça. Bizim halçalara okşuyor. Sehfelenmişsen, yakşı yakşı bak. Orada halça ne gezir? Ha? Gezmir, divardan asılır. Послушай, кто из нас старше группы? Вроде ты. Даю задание старшему группы сходить на междугородный телефонный пункт. Для чего? Суть задания. Приказываю держать в секрете. Понял? На, держи. А, забыл. Остаешься за старшего. Бер-бра. Ну и что? Я Аллах. И хлопушка моя. Я уже все доложил старшему группы. То забаха. Старший демен сена ким лиса. Ча что надо если? Дежурство сдал. Ну, Аллах. Дежурство принял. Я Аллах. Pencereden taş gelir. Ay beri bak, beri bak. Ekber, konağımız var. Какая буза поднялась, братцы. О, ваше начальство позвонило московскому. Московское тамошнему. Тамошнее областному. Областное моему. Пестом ставили, будь здоров. Начальству? Ага. Пестом оставляют крайним, а крайний я. Почему, говорят, не оказывайте помощь сотрудникам из центра? Аж из 6-го отдела товарищи приехали. Это мы, что ли? Ну да. Москва вас легендировала. Теперь вы борцы с торговлей оружием и наркотиками. А кто бузу поднял, братцы? Понятия не имею. Ну, наш министр, наверное, он вообще-то телепат. Ну-ну. Ладно, теперь главное. Наши ребята все равно отказываются вам помогать. Наотрез. Даже под угрозой увольнения. Значит, сильно вас от этого Рената уважают. Дружба – дело святое. Группу захвата пришлось вызвать из соседнего района. Даю вам рацию. А сами они закопаются вон там, за гаражами. Ну, что еще? Да. Тачку эту я у бати свою подзанял. Второй раз в жизни. Первый раз вон что случилось. Бумагу вам нарисовал. На всякий случай. Что, мол, машина предоставлена по оперативной надобности. Спасибо. Ну вот, вроде все. Фамилия правильно? Юсупов Алиев. Да, правильно. Все правильно. Слушай, он вашему президенту случайно не родственник? Родственник. А я родственник вашему князю. Какому князю?
который Распутина укокошил. Да ну вас! Нет, что-то я все-таки запамятовал. А, вспомнил. Ой, вид у вас, братцы. А вы, ребята, профессионалы. И ты тоже. Бывайте. Тип женщины. Вот и наш тип мужчины. Значит, она и есть сестра Рената. Мир тесен. Второй, второй. Я первый. Начинаем работать. Яхшев Хирлема. Первый, первый, я второй. Мы вошли. Вас понял. Вас понял. Кто вы такие, что вам нужно? Москва, 6-й отдел. Ваш сожитый подозревается в незаконных операциях с наркотиками и торговле оружием. Что за чушь? Попрошу вас предъявить документы. Мы с моим сожителем отдали документы в ЗАГС на регистрацию. Любой документ сгодится. Удостоверение личности, водительские права, все что угодно. Только побыстрее. Товарищи во всем разберутся. Эльке Акече, Эльдельмисе. Что? Нагода рестирсис. Не тот случай. Без вопроса шлярным дели. Паша души, сиз. Мен хаятыма сон коймусун. Sen özün öz hayatına son koymuşsun. Pes bu haykü neye lazımydı? Pes. Siz Bakı'dan oyunu adam çıkardınız. Не волнуйся, хорошо? Я всегда буду.
Алло, Егор? Егор, это я. Егор, это я, Лена. Егорушка, миленький, помоги. Только что твои ребята увезли Фазиля. Да никакие они не москвичи. Азеры, они из Баку, понимаешь? Я же знаю их язык, я сама слышала. Егорушка. Егорушка, я тебя умоляю. Помоги. Останови их. Егор, понимаешь, я... Я беременна. Но ты же знаешь, как мой брат поступил бы на твоем месте. Умоляю тебя. Карт. Пармак власть. Аж кем да чхады? Можно тебя? Сейчас. Теперь и мое начальство бунтует. Говорят, раз не из Москвы, а из другой страны. Значит, нужно разрешение на экстрадицию. Они узнали. Видать, и у нас свои телепаты завелись. Позвонить по междугороднему. Разве что от замначальника в отпуску. Где-то в ваших краях загорает. Угу. Андрей Сергеевич, на связи Баку, генералу Суворову. Да, рад вас слышать. Как здоровья многоуважаемого Гидара Ильича. Чем могу быть полезен, Рамиль Витальевич? Присесть, а? Ben. İşitirim. Ben bizim nazirle danıştım. Gelirsen gazeteyim sen. Beşlerimizi yürüsün kumkanlara götürüp gelirsen buraya. Yaş. Alınsa da alınmazsa da buyurun işacıyık. Tez ol. Git.
здесь и не заперто. Вы присаживайтесь, я сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Акпер. Где он? В отделении. Послушай, Азик. Или вы не уедете из этого города, это я тебе обещаю. Или? Или? Или деньги? Никто ни о чем не узнает. Вы поедете к себе и скажете, что не нашли никакого Мухтарова. Ну, решай. Деньги. Так сколько? Предлагаешь ты? А я думаю. 100 тысяч. Баксов устроит? Думай. Ну, я вот думаю, нас вообще-то двое. 200. Больше не наберу. Может быть, раньше. Он ни в чем не виноват. Я знаю. Девушка, вас Леной зовут? Да. Вам записка. Мне? Уважаемая Елена, простите, что пришлось вас обмануть. У меня просто не было другого выхода. Я делаю свою работу, только и всего. Если вам понадобится чисто человеческая помощь, я всегда к вашим услугам. Внизу мой телефон и адрес. И еще. Хочу, чтобы вы знали, Елена. У нас далеко не все покупаются и продаются. Желаю вам счастья. Поклон маме. Акпер. Thank you.
почему, ну почему ты все время портишь мне жизнь? Ну кто тебя просил? Зачем ты дала им адрес? Девушка, можно кофе попросить у вас? Сейчас. Спасибо. Чир сэндвичи. Из кофе гетто сэнсэна. Две чашки, пожалуйста. Хорошо. Ваш кофе. Özün sigara çeymişsen. Ama bezeyli külgabı alırsın. Almışsan yoksa bağışlayayım da. Yok. Şöyle bir nefer kadından almışım. Evinden çıkarıp. Görür hediye diye de. Ziyalı kadına okşuyordu. Şöyle. Hı, ne oldu? Susur. Danışma. Gündük sor. Buraya getirildiği günden bir kelime de söz ağzından çıkmayayım. Yakşı ne inemek fikrindesin? Böyle düşünürüm ki biraz dözüp gözleyelim. Bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, o danışacaq bilə. Çünki hiss edirəm, elə bil onun daxilində hansısa mübarizə gedir. Düzdür, mən başa düşürəm. Sizin takım vaxtı, müddəti. Amma hər halda gözləsək, işin xeyrinə olar. Yenə də bir çox şey vaxta dirənir, bilirəm.
Sen necə bilirsən, elə də hərəkət elə. Qalanı mənim öz işimdir. Danışmaq istəmirsən? Mən iş rejimi dəyişmişəm. Bugün səndən heç nə soruşmayacağım. Əksinə, mən danışacağım. Sənsə qulaq as. Qulaq sən. Belə deyək ki, Qahir Cavadov sizə qeyri-adi bir tapşırıq vermişdi. Təbii ki, heç birinizin ürəyindən deyildi. Xüsusən də sənin. Amma belə götürsək, heç sən də mömin adam deyilsən. Ətəyində də namaz qılmaq olmaz. Amma nə eləməliydi? Axı Mahir Cavadov sənə təptəzə niyə bağışlamışdı? Əlacın nə idi, onun xəcalətindən çıxmalıydın ya yox? Sənin şefin kimi adamlar? Heç kəsin qara qaşına, gözünə görə bu cür hədiyə bağışlamırlar. Neysə. Siz obyekti izlədiniz. İş rejimini dəqiq öyrəndiniz. Biləndə ki, o işə mühafizəsiz plansız gəlib gedir. Bax, onda çox sadə bir plancısınız. Həmin gün üçünüzlə Sumqayıta toya getdiniz. Orada da öncə yediniz, içdiniz, oynadınız və çalışdınız ki, kameranın obyektinə daha çox düşəsiniz. Siz toya yetdiyi işləmiş gəlmişdiniz. 9-da 4 dəqiqə işləmiş. Siz artıq toyda yox idiniz. Operatorsa toyu axıra dək çəkib.
Saat 10'da size artık makineydi. Yanındadır. Sen Niva'nı abiyekçileyen binanın kabağında sakladın. Niva orada 2 saate kadar kalır. Bunu gören şahitler de var. İfade vermeye hazırdılar. İstersen senin o tertteze Niva'ndan ne kaldığını ben sana gösterebilirim. Siz Abbas'ın simörkasıyla cinayeti töreceğiniz yerde olmuşsunuz. Böylelikle abiyek saat 11'e işlemiş. İşten çıkıp nöbetçi maaşına eleşip eve yollanıp. Siz çok çalıştınız ki onu ötüp geçesiniz. Ondan tez yatasınız. Binanın yanına. Sonra orada onu gözleyesiniz. Öyle değil biz. 10-15 dakika evvel çattı sonra. Abiyek evine çatıp maaşını bıraktı. Fadiz'e dahil oldu. Hala toyda elçin tezsiz değildi ki. Neden korkursan? Onu öldürmek, su içmek gibi bir şeydi. Yadındadır. Abiyek Fadiyez'e dahil oldu. Ve Mahir Cevadov'un tavşırığı bir neçe saniye içinde yerine getirildi. Bazı karanlık meganlar var. Onları da aşkarlayacak. Ben sana yalandan diyebilirdim ki senin dostların çoktan öz tekstillerini itiraf edipler. Nece değiller? Açıblar sandığı, tökübler pambada. Ama benim böyle kıyımlarda zehrem gelir. Bir para şeyler de var. Onların da özüm aklıma çıkacağım. Ha, sen ki hala sürücüsen. Ama cinayet yerinden uzaklaşan da simyorkanı derin bir çalaya salmışsan. Altını ezmişsen. Niye? Yakin çok heyecanlı olmuşsan. Sigaretini çekip kurtarsın aparalım.